Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Гремлин Серж. У нас майские выходные, и я продолжаю. Те, кто не смотрит мои видео, другие, начинаю марафон. Вообще, за эти майские праздники, да, я сделал достаточно много, знаете. Я записал 12 серий для покемонов. Я записал серии 6 для своего канала. Так, я вот не помню, кто уже был у нас, а кто нет. Так что ладно уж, начнем исчисление заново. Так, и у нас Каньон Рока. Дно этой реки усеяно золотыми самородками. Идеальное топливо для машины времени. Но местные почему-то не хотят, чтобы мы забирали золото. Они собираются взорвать ЖК Ван Дамбу и затопить местность. Давайте переползем на высоты и научим этих несчастных уважать старших. Такие вот дела. Если кто подзабыл, то мы накосячили в своем мире и начали удирать на машине времени. И в итоге на машине времени мы сначала разбились в средневековье, откуда выбрались, но потом у нас закончился бензин, топливо. И мы попали на Дикий Запад и теперь должны найти золото, которым заправляем нашу машину времени. Так что начинаем! Каньон Рока! И, как мне помнится, в этой миссии у нас также будет один Кирик. И миссия не из приятных, если быть честным. Воспоминания еще даже из детства остались об этой неприятной миссии. Как правило, этот каньон – излюбленное место ценителей природы. Но только не сегодня. Потому что малыш-боги и его банда заперли вас здесь. Вот ведь негодяи ползучие. Аморальные типы. Они бы даже собственную мать обокрали. Они взрывают дамбу. Какого? Неожиданно в сражении происходит новый поворот. Нет дамбы, значит воды на все. У вас получится удача. Такие вот дела, ребят, такой вот поворот сюжета. Мы оказались непонятно где, и у нас вода поступает. Давай. Так, бревно. Нам вообще нужно забраться как можно выше. То, что они сейчас тут будут по нам стрелять, это, конечно же, хорошо, но если мы не заберемся на положенную высоту, мы с вами и потонуть-то можем. Так. Вот. Раз. Прям чемпионы по легкой атлетике. Угу. Конечно. Ладно, давайте здесь вот так вот спрячемся. По-любому нас никто не дострелит. Гранату кидаешь, да, сволочь? А, вон сверху, да, махали. Ну, этого маху нужно снимать. Срочно. Потому что... Нет, нужно сначала поставить блок. Вот так вот примерно. Потом взять дробовик. И скинуть этого маху. Будумс. Блин, веточка. Вставай, парень. А, ладно. Давайте наверх еще выше заберемся. Заберемся, конечно. Конечно, конечно. Будумс. Утонул. Все. Одной проблемой меньше. Но, блин, мы-то открытые остались. Ну, Кирик у нас вторую серию жжет, как я понял, да? Опа.
Раз, два. Все, мы взобрались, ребят, на высоту. Так. А, пошлите к тем ребятам. Ох, неприятный мост. Главное не провалиться в яму. Так, этого парня нужно отправлять в полет. Чем у нас... Чем... И прячемся. Ага, спрятались. А главное, он-то не утонул, блин. И жив останется еще, да, сволочь? Ой. А на улице расцветает. Так, ну они что-то слабенько. Так. Теперь тот парень. До тебя без этого не добраться, да? Прошлые мои прохождения, он там где-то прятался. И не бегал за этими ребятами. В итоге приходилось сложновато. Блин, ну вот чем? Давайте попробуем тебя с дробовика. Мудумс. И второй отправить тебя в полет, да? Выстрел. Мудумс. Все, лети, а мы здесь спрячемся. А вода-то подступает. Здесь-то на высоте нам не совсем все это заметно, но вода-то подступает. Так что скоро мы с вами потонем. И задел еще, сволочь. Так. Ладно. Продолжаем наше путешествие. Не допрыгнем. Фух. Господи. Это было... Неудача это была. Не повезло, бывает. Ну что, придется переиграть, значит. Угу. А, переигрываем. Не сдаемся. Так, опять придется спать по-светлому. Ну да ладно. Все-таки майские выходные, еще два выходных впереди. Я уже и не помню, когда я последний раз так классно отдыхал. Все. Начали. Вот так вот. Вот так вот. Конечно же, сюда мне залезть не получится нормально, да? Без проблем. Не, залез. Давайте сразу блок поставим, чтобы потом следующий ход не ждать. А теперь берем дробовик и сбрасываем от этого парня. Хуже. В этот раз он там... А нет. Но, блин, да вода-то еще не пришла. За ним. Сволочи. Одни сволочи. Так. Теперь ты. Еще один блок. Как-то в этот раз у нас по-другому получается. Вон, вот тот парень, да? Будумс. О! Не упал, сволочь. Давайте вот так вот под горку станем. Ну и что ты сделаешь мне? Технично.
Так. Итак. Что нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно избавиться от этого. Прямо в глазище тебя. О, как полетел. Но он опять там остался. От падения они мало получают. Теперь эти ребята, да? Так, один утонул. Только тот утонул, понимаете? Насколько все плохо. Теперь пошлите разбираться с теми парнями. Чё-то камера в этот раз отдалилась совсем уж. Ну ладно, с другой стороны, это еще даже удобнее. Так, в эту сторону, наверное, будет проще. Бу-думс. Даже одного выстрела хватило. Отлично. Рядом с этим динозавром помирай. И второй он тот парень, да? Но он останется не упавшим. Да. Опа, еще и спрятались. Ну что, ждем его ход. А этот... Я б на твоем месте лучше бы карабкался. Вот это было сейчас опасно на самом деле. Ладно, гудбай тебе. Хорошо. У нас осталось два червя. Вот этот, который нас никак не достанет. И он тот. Возле шалашей. Вигвамом. Вигвамов. Если быть точным. Так. Блок. Вот. Так вот. Будумс. И второй. Встал. Будумс. Все. От того избавиться будет несложно. В принципе, даже подождать. Мы все равно просто гораздо выше его. И он утонет раньше нас. Сейчас главное не ступить здесь. Как в прошлый раз получилось у нас. Так, ну у него 35. Это один выстрел снайперки. Вот и все. В этот раз мы победили гораздо быстрее и гораздо лучше. Миссия выполнена. Тех, кто вам мешал, уже нет на свете. И вы можете покинуть Каньон Рока. А следующая миссия, если мне память не изменяет, будет финальной уже, да? Да, полдень и жара. Золота почти достаточно, почти-почти, но чуть-чуть не хватает. Пойдемте заглянем к боге-детке. Нужно пробраться на его базу, и пусть кто-нибудь откроет нам ворота. Вот тогда мы внезапно атакуем его громилы и подавим их морально, и не только заберем золото. И домой. И это будет у нас миссия по стелсу, представляете? Стелс в червячках. Но она будет достаточно продолжительной, как мне помнится. Ага, вот укрытие бандитов. Один червяк в укрытии. Ты! Ты не справишься один. Тебе надо взорвать ворота, чтобы впустить подкрепление. Незаметно обойти укрытие. Главное, чтобы бандиты тебя не заметили. Пользуйся зданиями как прикрытием.
Проберись вдоль ящиков и доберешься до динамита для взрыва ворот. Нет времени нервничать, ползи тише. Так, и в итоге мы вот такие вот ящички собираем, и они нам показывают, куда нам нужно идти дальше. Так. Проползли незаметно. Так, а вот сейчас начнется паркур. Ой, мерзкий паркур. По маленьким узеньким крышам. Так. А где этот сундучок-то? Я что-то его не вижу вообще. Он вот здесь, да, мне говорят? Он, наверное, здание. А, ладно, спрячемся здесь. Что это было? Так, они что-то заподозрили. Надо быть еще тише, походу. Нет, не здесь, а где тогда этот сундук гребаный? Ящичек. Не морочь мне голову. Заморочь голову им. Так. Так. И сюда. А вон он аж где. Ясно, понятно. Апа. Упали. Ладно, так. Сюда. Раз. Два. О, мы здесь, ребята, надолго, поверьте уж мне. Что это было? Но мы остаемся незаметными для них. Мы невидимые. Мы скрытые. И мы неуклюже. Вот так вот будет лучше. Да. Вот так гораздо лучше. Ну, я ж знал. Я ж видел эти дырки. Я знал, что так будет. Но почему-то я такой, типа, в голове мысля... А может пронесет? Но нет, не пронесло. То, что это черви. То, что я криворукий. То, что они неуклюжие. Так, стоим здесь. И пропускаем ход. Ой, не получилось вообще. Нужно же было кнопку нажать. Да. После каждого моего хода вы будете вот так все говорить все. Но это абсолютно не классно. Раз. Забрались. Один блок, да? О! Не разбились еще, самое главное, что, да? Пошлите дальше. В стелс-режиме. Да ладно! Чё-то Кирик сегодня любит тонуть у нас. Ой. Ладно. Поехали. Все мы это видели. Раз, ящик. Разбились, они нас сейчас заметят. Идеально. Че, они заметят? Вы видели эту рожу обалдевшую?
нашего червя, который на заднем фоне такой, типа, чё, я свой. Так. Вот сюда. Вот так. Собака. Сурикат. Суслик. Сусло. Сундук. Супруга. Ладно, неплохо. Побыстрее, чем в прошлый раз. Теперь главное не ступить как... Так, наверное, нам говорят тут по домам ползти. А не как я там собирался, да? Да, нужно было так пробираться. Так, а где ящик-то? Нам нужно было не по домам, а по крышам лезть. Ладно, возвращаемся на крыши. И полезли. Серия будет у нас длинной, поверьте уж мне. Переигрывали первую миссию, теперь эту уже два раза переигрывали. Нет, один раз мы переигрывали ее. Так, надеюсь, не заметят. Так. И вот так, все. Получили парашют с вами. И полетели. Еще и даже не разбились, ребят, представляете? Бесконечный динамит. И взрываем ворота. И уползаем. Что это было? Ворота вам разнесли. Я не знаю. Что это могло быть? Нет! Кавалеристы! А, ну и теперь у нас начинается битва, ребят. Ребята суровые, с базуками. Со всем прочим. Еще и меткие сволочи. Прям побешаю. И Чакапа еще получил... А начинает у нас битву, конечно же, Кирик. Так. Раз. Два. Три. Ты у нас будешь на обеспечении, Кирик. Ты собираешь все ящики, возможные и невозможные. Три дробовика. И он там еще один, да, есть у нас. Доползешь. Да, вон он. Так. Схватил. Что тут у нас? Надувной ливерпулец? А давай-ка. А, нет. Бомбардировка. Ай, кинул, черти как. Нужно вспоминать, как вертеть, блин, или читать хотя бы. Ну, двух задел кое-как. Ну, ладно. Ну, 8. А второй чё? Второй даже не получил урона.
Ладно, ворота спасли. Так, Чокопай врывается. Это его дебют у нас. Да? Это у него дебют. Чё б такое сделать? Запустить овцу и спрятаться у нас, конечно же, не получится, да? Та-да! Чокопай, ползи в сарайчик. Давай, спрячься, спрячься. Нет! Будем надеяться, что его никто не заметит. Абишай тоже с дебютом. И ты у нас, что ты у нас делаешь? А ничего, у них у всех по 100. И самое оптимальное, что ты можешь сделать, это вот так вот здесь. Взять вот этому парню, заложить динамит и доползти до двери. И все, вот здесь хотя бы спрятаться. Ой, какой-ка он красивый сальто сделал. Шатган Сэм. Но, блин, он тот сейчас на крыше додумается и будет в дом кидать динамит. Что он там будет кидать нам? А парню, видно, сложно выбраться из бревна. На ринг! Гранату, лимонку кинуть собрался, да? Значит так, сволочь. Так, Рин может отправить сразу двух червей в преисподнюю, воспользовавшись дробовиком. Но она, блин, подставится. Хотя, с другой стороны, она может здесь Кабишайса убежище у него попросить. Так, во-первых, ты. Бодумс. И вот так вот уже в дверях. Даже вот так вот. Будумс. И вот здесь также спряталась. Так. Хорошо. Двух уже нет. Но их еще осталось четверо там, или сколько? Да, четверо. А парень просек. Нет, он не просек. Или он так идеальным рикошетом хотел попасть по Абишаю и Рин. Так, Кирик, разберись с ним. Чё ты можешь с ним сделать? Да ничего, в принципе. Ты можешь только вот такую вещь с ним сделать. Ползи, 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 ползи. Ладно, спрятались. Но сейчас же он стену сразу и разнесет. Так. И осталось ему пулю дробовика словить и все. С тобой что делать, парень? Ты ж просто так, да, оттуда не слезешь. Какой метки! Там дырочки были в потолке. Так, Чокопай, займись этими ребятами сверху. К нему ты залезть сможешь? Нет, не сможешь. Зато ты сможешь сделать вот такую вещь забавную, да? Пальнем наугад. Вот где-то здесь он находится. Задели. Но теперь же он такой же умный в эту дырку нас и расстреляет. Мы ему даже не повредили, просто сдвинули. Так. Абишай,
На крышу лезь, пожалуйста. Вот. Вот здесь, да, вот лесенка. Раз. Вот, нужно того, наверное, сбрасывать. Этот-то, который стоит здесь, уже кидал. У тебя с какой, с другой стороны? Так, ты отправился. И он бы потому, да, шмальнуть сейчас? Попадем? Должны, мы святые. На! Попали. Ну, как я и говорил. Но Чокопай у нас упрямый парень. Ему какие-то гранаты не страшны. Так, а Рин займется вот этим, который стоит очень аккуратно на краю крыши. Жук. И жух. Вот ты где, да, парень? Ну ты сам напросился, понимаешь? Вот, вот так вот. И тудунс тебе на землю. А второй пулей добьем того горемыку, которого не смог добить Абишай. Вот. И вот сюда вот так вот спрячемся. Все. Аккурат, красиво. Осталось одного воробья сбросить с крыши, и вообще все будет отлично. И что это было, вот скажите мне, да? А, они все Кирилла пытаются извести. Но бомбардировка не поможет. Вот. Вот так-то лучше. Ну и чё, опять будешь Чокопая трогать? Да, сделал я ему подсказку, пробил дырку. Так, ну и чё, мы сможем его Не хватает нам. А если мы вот так вот? Ох, божежечки, ж ты ж божечки-то. Не видно ж ни черта. Вот. Поставили. Ну а толку-то? Залезли. Чокопай у нас отвечает за паркур. Вот. И лезем, лезем, а? Вот сюда, вот. Все, спрятались, отлично. Не будь забор таким высоким, еще бы в воду бы улетел. Ну ладно, это уже победа. На самом деле. Так что так. Осталось пару раз. Я, конечно же, больной извращенец, я бы хотел бы он туда попасть. Но это не несет никакой практической ценности. А вот мне больше интересно, где второй ящик? Последний, точнее, ящик. Вон он где, да? И в нем банановая бомба. Ну вот и все.
Получай, парень. Как мы, да? Но кластер-то его не задели. Он-то жив остался. Ладно. Наши ребята достаточно большой урон понесли, но они все равно живы. Так. Зато как они красиво по крышам-то прыгают. Даже Бэтмен позавидует. А гранатомета-то не осталось. Ну ладно, тогда мы по старинке. Тебе динамит. И уползли. Угу. Так, а у тебя-то сколько хпшечки осталось? 25. Вот был бы дробовик, Рин бы всех добила бы. А он, главное, просек и идет к ней. Заметил, что она в ямке осталась, и... А, он кулаком ее, да? Мразота же ты, Буфала. Не помню, как вторая часть имени. Так, ну, джентльмен Кирик. Настоящий ковбой Дикого Запада закончит. Он был и на перестрелке с бандитами. И с зомби Кирик у нас сражался. На самом деле этот парень сделал даже больше всех остальных. Блин. Джентльмен Кирик не сможет нанести урона этому червю, не задев Рин. Вот совсем никак. Это прям вот грустно становится нам немножечко. А давайте, чтобы Рин было не обидно. Кирик совершит вот такой вот поступок и возьмет... Нет, все-таки Рин задела. Буфало Барри. Отличная работа, класс. Хватаем золото и убираемся отсюда. Придержи коней. Это же мое золото. А это же малыш Боги. Быстро в машину времени. Великий червь подери, они удирают. О, ну все. Ну что, миссия выполнена. 10 кредитов мы за нее получили. Сколько там у нас вообще кредитов? 35. Ну так себе, да? Мы за эти 35 кредитов ничего купить не сможем. Ну вот. Ну вот. И все. Ладно. С вами был Гремлин Серж, вы были на канале Tarot Gaming Revival. Переходите на наш канал и посмотрите видео других летсплееров. Если они вам понравились, то поставьте лайк этим видео и подпишитесь на наш канал. Ну и не забываем писать комментарии. А я вам говорю, до свидания, увидимся в следующей серии. Бла-бла!